Всем-всем-всем, салямчики и братанчики и принцессочки, всем большой салям, с вами ваш кумыс, как говорится, здесь кто-то не томится, лайк прожал, кумыс, все руку пожал, волду тут, волды поймут, алга-алга на 90к, не забываем, ребят, подписываться на канал, прожимай лайкосики и колокольчики, всем здравствуйте. Ну что, ребят, у все мне приходят на стрим, задают вопросы, сколько ящиков на КЗшке в пятой карте, на пятой карте обязательно пишите в комментариях, ребят, как вам зашла пятая карта, мне кажется, радейка самое топовое решение на пятой карте. Вы спрашиваете, где эти ящики находятся? Сколько всего этих ящиков? Вот, ребят, для вас такой маленький лайфхакный видос. Записал и посчитал, сколько именно тех ящиков, которые выдают компоненты без черной двери. Вот, посчитал и показал на стриме, где они все находятся. Но я для вас записал еще отдельное видео, чтобы вы могли зайти, не тратить много времени, смотреть, а самим просто увидеть и пробежаться. Ребята, обязательно запоминайте, потому что ящики находятся в разных углах, в разных комнатах. Поэтому я пытался показать вас со стороны улицы, вокруг, а потом библиотеки, ребята. И вы увидите, сколько всего ящиков и где они все находятся, ребят. Если кому-то зашел данный видос, такой мини-лайфхак, обязательно, ребят, прожмите лайк, покажите своим друзьям, которые будут задавать данный вопрос. Я буду ускорять время, чтобы вы много времени не тратили, а смогли просто наблюдать. Всем, ребята, удобно расположиться, кайфуйте, смотрите и запоминайте, где находится ящиков и сколько всего их, ребята, в КЗшечке на пятой карте. Насчет пятой карты напишите в комментарии, кому зашла пятая карта. Мне КЗшка топ. Всем спасибо. Всем до стримов. Пока-пока.
26 ящиков. Это залутайте оружейки, картотеки. Я 4-6 стою. Стоимость 4-6. Да, 26 ящиков, ребята, в итоге у нас вышло. Я скину все пополам, поделите между собой. Не обижайте друг друга. Никита пошел. Да, я смотрю, вообще все выпало, ебать. У меня сейчас 4-6 вышло. Сейчас скажу, сколько вам в итоге вы должны поровну поделить. У меня сейчас 800, 4-6. 4 ляма вы должны поделить на троих. Никита уже руду спит.